Пациента Каннской больницы оскорбили и выгнали из учреждения. Мужчина пришел сдать кровь на анализ по записи, но наткнулся на очередь. А врач и медсестра в это время пили чай в кабинете и никого не принимали. Молодой человек обратился к главврачу, но медики не отреагировали. А когда подошла его очередь, в приеме ему отказали. Я тебе должна отчитываться, сколько я больного принимаю. Сопля, нет. Несчастная. Господи, ты-то что понимаешь? Вы меня будете оскорблять. Я тебя оскорбила. От меня матом можно крыть. Я ничего, я матом не крыл. Конкретно. А я тебя как хочу, так и обзову. А, да, вот так. Да, вот именно так. Сейчас... Потому что я в возрасте уже, пожилой человек. Такой... Я тебе к бабушке готовлюсь. Я знаю. Это самое, гожусь. Что тебе надо от меня? Иди отсюда. Вот так вот, да, карьера? Иди из кабинета вон. По словам главврача больницы, специалист просто рассматривал случай с другим пациентом. Однако на видео в кабинете никого не было. В Минздраве пояснили, сотрудники больницы в любом случае не должны себя так вести. В медучреждении проведут служебную проверку.